Если самому поменять масло в Peugeot 408, то встает вопрос сервисного интервала, появляется ключик на панели приборов, который надо будет как-то удалить потом, то есть обнулить счетчик сервиса. Делается это достаточно просто. Держим нажатую кнопку CESC 000 и включаем зажигание. Идет обратный отсчет. Через 9 секунд, уже 5, счетчик обнулится. Все. Все обнулено. Можно ждать следующего ТО. Если кому-то помог, ставьте лайк. Всем спасибо, всем пока.